Я всегда, когда работаю, всем привет. День сегодня у нас начинается с Джоника. И когда приезжаю в эти места, у меня такое ощущение, что Джоник меня зовет. Джоник меня зовет. Вон, песька мой. Где-то бегает по полю. Чебуратор. Очень сильно нам, конечно, его не хватает. Маленького чебурашки. Как говорит мой сосед, даже в Дербенте, в горах, асфальт есть. А у нас в Подмосковье асфальта нет. Мы с Ранёшкой, короче, поехали Машулю встречать. Сегодня она у нас читательница. Я говорю, почитаешь сегодня книжку в электричке? Короче, поехали мы ее встречать с Райна. Такая вот дорога вот. В Дербенте асфальт лежит, а здесь ничего нет, короче. В общем, поехали встречать. В Дербенте асфальт есть. Короче, представляете, мы поехали за матерью. Встретили мать и забыли вам заснять, как мы погуляли. Как вы теперь будете вообще, без этого? Как вы теперь без этого будете? Я не знаю. Короче, у вас теперь вот, мы как уехали и приехали, больше ничего нету. Выехали и приехали. Вот как-то так. Ну, опять чашка. Ну, хоть сниму вам распаковку. Книжка в электричке сегодня читанная. Чё? Сейчас. Картофель. Самец. Чай. Эпика. Рыба. Картошки. Рыба, картошки. Шейки. Ранёш. Может, и мы поедем. Хлеб. И укроп. Того про все 800 рублей. Вот так. Мы, короче. Гоша, привет! Кушать готовим и отбываемся. Как день сурка. А вот так некоторые коротают вечер. Кошка спит. Она устала. Маша книжку ей читала. И Ранёшек. И он устал. Все возле матери. Я решил пару раз катануть свои любимые танки. Я уже выпила глицин, таблетки на ночь. И меня вырубает, но я хочу дочитать хотя бы главу. Потом спать. Вообще сегодня был тяжелый день, я с начальством пыталась. Короче, у нас ушел один сотрудник в отпуск, не с моего отдела. Он как бы имеет отношение к моему отделу, но по сути он не с моего отдела. Он ушел в отпуск, его обязанности почему-то упали на меня. Я была очень сильно возмущена этим фактом, потому что я просила разделить эти обязанности между сотрудниками своего отдела с доплатой. В чем мне отказали и просто повесили это на меня. Либо сказали, распределяй между своими сотрудниками, но без доплат. Я сегодня, ну, мой непосредственный руководитель позвал меня на разговор. Я ему все высказала, все, что я думаю об их отношении ко всему. Сказала свое отношение ко всему. Надеюсь, он меня услышал. Ну, не знаю. Короче, был денек такой нервный достаточно. Поэтому, чтобы не испытывать проблем со сном, чтобы сон был крепкий, без просыпаний в течение ночи, вот две таблеточки глицина, надеюсь, они мне как-то помогут. Может, хотя бы чисто по внушению. Вот, значит, и, соответственно, книжка на ночь.
Тоже обязательно условия. Я уже дочитываю. Вот у меня 612 страничка. Всего их тут. Да ё-моё. Ну, 600, короче, 633. То есть тут 20 страничек осталось дочитать. Не знаю, дочитаю сегодня или нет. Не тороплюсь. И еще сегодня я выполнила норму по хождению идти. Огонь в обед прогулялась. Потом меня встретили вот эти чебурашки, с ними прогулялась. Красавец мужчина, конечно, мне. Ладно, буду дочитывать. И пойду спать.